Всем добрый день. Это вторая часть, как установить остановку. Про электрику я вам рассказал и показал. Теперь, что касается самой врезки. Значит, когда я ее врезал, вот здесь идет травер, да, она снизу. Если заглянуть, и у меня первый раз не попало, значит, по расчетам трубка воздухозаборника у фена. В общем, центр должен быть вот он, вот этой части, вот, попадать на клемму ручника, вот, на эту кнопку, тогда четко попадете. Значит, ну, все эти дырочки посмотрел, одел. Теперь переходим вот сюда вот. Значит, что касается вот здесь, мне пришлось повозиться по одной простой причине. Я сварил каркас, здесь я тоже в рамах ничего не сверлил никаких, это все штатные отверстия для того, чтобы закрепить вот этот бачок. Значит, просто на уши, вот на эти пластиковые, закрепить его можно, но не нужно, они сразу отлетят от вибрации, поэтому была сделана такая станина, из 25-го уголка сварена. Теперь, что касается всей этой дальше эпопеи. Вон, видите, вот он, фильтрик. Дальше идет насосик. Вот расстояние между насосиком и фильтриком здесь 30 сантиметров. Я вымерил и сделал 35. И тогда четко между насосом и емкостью вот этой заправочной все четко подходит. Под фильтрики я тоже не сверлил никакие дырки. Это в ране все было. Вот. Теперь заглянем снизу, как там, что я закрепил. Вот. Вон он фильтрик, вот насосик. Значит, когда будете его запускать, его надо раза 2-3 запустить, чтобы солярка дошла до насоса. Иначе, пока он пустой, он приточного типа, чтобы клапан толкнул солярку, вам надо его самотеком потать. Выше заправочной емкости ставить нельзя, иначе он не засасывает солярку. Вот, ну вот здесь все. Вот оно как-то. Вот из этой вот.